Всем привет, друзья, с вами Биктанекс, и сегодня, ребята, я записываю обзор нашего нового режима под названием, как он называется, кстати? Штурм. Штурм! Офигенно, кстати, я сегодня немножко поиграл, и, кстати, играл на этой карте, на других еще не попробовал. И, в принципе, мне понравилось, только мне одно непонятно, почему тащит постоянно одна красная команда? Даже сейчас, смотри, я не смотрел на счет, но лол, мы снова тащим. Вот, сегодня, ребята, мы много чего обсудим. Мы поиграем не только на основном аккаунте, мы зайдем на мульты, посмотрим, как вообще там происходит, как ситуация. Кто тащит, малыши или же, может быть, там, это на легендах такой дисбаланс, да, может, на других званиях все норм. Вот, за разные команды тоже мы поиграем. Короче, все протестируем, расскажем мнение. Да, легенда, Бег? Поздоровайся, кстати. Да, добро. О, здорово, всем привет. Да, вот. О, это ты? О, ты достал, красавчик. Ну, я так понимаю, что мы сейчас быстренько закончим, потому что это какой-то капец вообще. Я не знаю, это такой дисбаланс, вот серьезно. Ой, даже светухи не попало, это вообще дисбаланс. Вот, то есть, как считаешь? Лёш, раньше было один флаг, на карте был один флаг новогодним, и две точки. Было, то есть, синим... Лайк за вертуху, ну-ну-ну. Вот, синим сложнее, мне кажется. Ну, или легче. По-моему, да, всегда было. Красные лидировали, но сейчас какой-то вообще пипец. Мне кажется, нужно, чтобы у синих быстрее набиралась эта шкала, да, за то, что они дефят, потому что им реально сложно. Может быть, на других картах, как бы синим лучше, но я не знаю, я уже второй раз играю, и такая же самая ситуация. Это да. Короче, рандом, понимаешь? Если сравнить, вот реально... Если овощи карту... играют, допустим, за какую там, за красную, которые сидят на базе тупо, знаешь, там мульты какие-то, то, естественно, никто не возит, то у них как бы капает. Смотри, 105 к 33. Офигеть. Просто. Это пипец. Да, я вот каждый раз, я еще ни разу не проигрывал за красных, а я только за красных играл. Да? А я, кстати, за них тоже не играл, сейчас, ребята, мы... Так давай. Ой, сейчас вот попробуем. Да-да-да, давай. Ну вот, так давай тут. Вот, мы еще на мульты должны с тобой сходить, если что. Давай. Потому что я хочу все проверить. Так, сейчас я отожму броню. Так, спасибо. Ой, куда я еду за флагом, господи, надо защищать точку. Убиваем прицел. Он даже ничего не делает. Стой, короче, полагает. Если вот нормальные умные игроки попадутся за синих, то они могут прямо все четко заменить, понимаешь? Давай, короче, брать титанчики всякие, гол. Да-да. Кстати, знаешь, даже интереснее за синих играть. Ну, дефи, типа. Ну, давай с тобой, давай сейчас тупо, как команда, мы с тобой на голосе, в принципе, мы можем реально... Да-да. Офигенно дефить. Вот тут еще подписчики заходят. Легенда Бектанс, привет, Андрей. Давай вместе с нами дефить. Год дефить. Так, титан, короче, беру. И твинс, наверное, да? Давай. Я вот с левой стороны от нас и защищаю. Давай, брат. У нас с моста. Мост! И еще с другой стороны. Ой, гром, повернись! Хлебальником, ну. Что, доставляешь? Тихо. Не-не-не-не. Давай. Есть. Вернули. Изи. Не разрешай. Вот флаг не надо возвращать. Да, кстати, флаг нужно держать, и у них есть шанс. Да. А сколько они, три могут флага взять? Два флага. Паша, может, карте. Ты визитку возьмешь, брат? Давай вопрос. А ты на чем? Титан, Вика Молот. Бери, наверное, визитку. Ой, Вика Рик, перепутал. Да, визитку и титан. Это самый топ. Тупо я буду стоять, ты мне будешь лекать, и все. И всех остальных. Все, это тактика. И твинс один, твинс. Я уже взял твинс. Отлично. О, голбек. Отлично. Да пофиг, у нас везут. Изида едет. Меня сейчас убьют, доставят. Да блин, меня доставят. Ну где наша команда? А, короче, еще не все разобрались, в общем-то, в сути данного режима, потому что, не знаю, мои сокомандники либо мешают, вот что сейчас делают, либо они катаются где-то дефят. Нужно стоять тупо возле точки. Все, больше нигде. Это же, ну капец. Так, у нас голд, да? Ну я, наверное, какой тиммейт останусь защищать и минировать. Гош, давай ко мне тогда, брат. О, едет целый конвой. Давай. Я бью. Соси, Гош. Соси, Гоша, соси! О, фу, все, убили. Смотри, прям переслал. Я заснул. Ой, соснул. А, соснул там. Ой, смотри, вот и доставит сейчас. Как? Он сквозь танки прошел. А еще мои тиммейты балуются. Они еще везут. Хватит везти. А как они так быстро везут? О, привет. А мы не можем вернуть или можем? Можем. Флаг. Можем, да? Мы все можем. А, мы все можем. У нас Изида есть. Блин, ты лагаешь. Это ты лагаешь, Гоша. Я? Да, ты лагаешь. Не-не-не, у меня нормальный FPS. Значит, танки. Так, я тебя вижу, братанчик.
А я могу вернуться? Я проверю сейчас. Да, можешь. Нет. А, нет? Ой. Нет, не... Короче, непонятно. Короче, ребята, вот, пока видишь? Непонятно. Короче, короче, в чате пишут, что танки лагают. Да, танки лагают, в принципе. Это... Ну, они вчера лагали, кстати. Так, у меня овердрайв. Короче, вообще, прикинь. А если за красных будет магнум, и он будет херачить по точке? Просто все. Ах, я... О, ребята, мы сейчас пойдем на мульты. Я там зайду на магнуме. И будет кирдык. Ты что, у тебя видос часовой? А как? Он с моста, видишь, мост надо. Иди мост, держать. Блин, давай я пойду на мост. Леш, у тебя что, видос двухчасовой будет? Не, да? Я выдержу, я... У меня ножницы есть, Гоша, брат. А, извини. У нас прыжок с моста, мост, Гоша. Не надо, так как я... Леш. Я минирую мост. Давай. Все. Короче, контроль мост. Я а тут... прикинь, а прикинь, я знаю то, что на некоторых картах по несколько точек, правильно? Тут у нас, смотри, сколько мин, просто СГ, отвечаю. Зачем точка? Спаси точку. Мы тут нашли карту новую Йоркшир. Короче, Йоршик какой-то, блин, непонятный. Вот, и мы с Легендой тут забежали. И мы за красных. Потому что, смотри, мы за красных с тобой выиграли на Легендах. За синих мы тоже, кстати, выиграли. А где тут флаги? Флаги, короче, у нас. Да? У нас на базе два. Слева, справа. Что? Чё ты ржёшь? Это... А где все? А где флаги? А, это ДДМ! А, я думаю, где эти флаги? Я реально не могу. Бля, найти. Бля, мы туда зашли. Все, на выход. Не туда зашел. Где флаги у нас? Я думаю, реально, где флаги, алло? Так, ребята, мы уже на мультах нашли карту Соликамск, но я, к сожалению, пока что один в битве. Гоша бег там не может. Я сейчас хочу просто проверить, как вообще на мультах, есть ли баланс или нет. Мне кажется, я просто поторопился с выводами, да? В принципе, баланс, мне кажется, есть. Ты как считаешь? Тоже. Ну, ты смотри, Леша, зависит от... Зависит рандома. От... О, нашел! 35 на 45, вот, позицию нашел. Да? Ой, 40. Ты теперь крутой?
Да. Все, я теперь смотри, я бью, и мои могут доставлять флажочки. Смотри, смотри прикол. Бух. Ой, а чё так мало урона наносит? Подожди. Бух. Сейчас я тут по пути всех убью и приступлю. Я хочу, чтобы мои чуваки вообще не очковали и доставляли флажки. Давайте, я тут расстреливаю всех. Опа! 2000 урона, как вам, а? Поцаки. А вот еще туда сейчас плюну. Харкнул туда еще немножко. Блин, ну на капец, у нас ваш шафт возит флажочек. Это нормально вообще? Это как? Это законно вообще? Вообще капец. Так, чувак возле меня стал, наверное, подписчик, ку тебе. О, Харе везет. Давай, братан. Лол, как? Ну, у него ник такой. Лол. Отвечаю. Лол, как я взял золотой ящик? Чё, дефа нет. Ты за красным, знаешь? Да, я за красным стою тут. Я тут постою. Смотри, бах, промазал. Сейчас, нужно прицелиться просто. Нормально. Опа, еще доставочка. И, кстати, прикол в том, что флажочки очень легко доставлять и сверху прыгать. То есть, если вы сверху прыгаете, вообще хрен, блин, надо целый мост дефить или там откуда прыгают все. Это тяжко, кстати, для деферов. Опа, как я нормально так. Вот мы где на основе играли, там же с моста прыгали, короче, вот. Да. Было тяжко. Они уже не знают, где им прятаться. Смотри, они заезжают влево, там где-то прячутся. Я туда бью. Они вправо, я туда бью. На точку стали, я в точку херачу. Вот реально, как спрятаться от Магнума? Секрет лайфхак от Гошабека. Давай. Лайфхак. Лайфхак. Давай, от Гошабека, давай. Лайфхавчик, Леша. Лайфхавчик. Давай. Главное, что надо сделать... Лёш, знаешь что? Что? Вовремя стрелять. Чё? Я говорю, как убежать от Магнума? Вовремя стрелять! Что ты? Я думал, что ты сейчас реально что-то такое расскажет, это интересно. Я тут, короче, что-то в Ютубе смотрю, а ты говоришь... Опа, все, мы выиграли, Гоша. Я первое место, 16, вот Гоша. Это... Мы закончили, 16 к нулю, прикинь? 16 Серьёзно? К нулю, изи, просто взяли, стащили и фондик забрали. Я, кстати, меня ни разу не убили, и я забрал нормально так кристалликов. Поэтому, ребята, напишите в комменты, как вам вообще этот режим новый. Я вообще считаю, что это очень круто. О, кстати, вот тут нет заезда. Ух ты, изменили карту так жестко. Вот, я считаю, что реально режим крутой, мне очень нравится. Мне, по крайней мере, динамично, разнообразие, не то, что там одни флажки, там и точки захватывать. Скучно уже, надоело, если честно. Вот, поэтому пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока. пока.